Ежегодно 12 января в нашей стране отмечают День работника прокуратуры. Это профессиональный праздник работников и служащих надзорного органа, который защищает права людей. В 2022 году прокуратурой города Армавира проведена значительная работа по защите прав граждан, интересов общества и государства, в связи с чем выявлены свыше 2000 нарушений закона, для устранения которых принимались весь спектр мер реагирования. Под постоянным контролем находятся вопросы соблюдения социальных прав, прежде всего трудовых и жилищных, обеспечения лекарственными средствами инвалидов и социально незащищенных категорий граждан. Благодаря принятым мерам реагирования перед работниками ряда предприятий города была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму в 3 миллиона рублей. Также особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав медицинских работников. В одном из лечебных учреждений города началась работа по расследованию случаев заболевания медперсонала коронавирусной инфекцией. После вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 2 миллионов рублей компенсации. В 2022 году пристальное внимание было сосредоточено на защиту семьи, материнства и детства, поскольку прокурор является ключевым участником этих процессов. Благодаря проведенной совместно с администрацией муниципального образования города Армавир работе удалось добиться освоения субсидий, за счет которых приобретены и предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 44 благоустроенные квартиры. Благодаря усилиям сотрудников прокуратуры, более 70 граждан смогли получить необходимые препараты в рамках лекарственного обеспечения. Первостепенное внимание в прошлом году работниками прокуратуры города уделялось рассмотрению обращений граждан, которых поступило более 4000. Большинство жалоб граждан обусловлено несогласиями с действиями сотрудников полиции, службы судебных приставов и в сфере ЖКХ. По результатам работы прокуратуры было признано обоснованным каждое пятое обращение армавирцев. Возбуждены уголовные дела после невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев и по факту подделки протокола общего собрания жильцов председателем товарищества многоквартирного дома. Органы прокуратуры со дня основания остаются одним из инструментов, гарантирующих защиту гражданам от преступных посягательств и отстаивания их прав и свобод. В преддверии 301-й годовщины со дня образования прокуратуры России хочется поблагодарить коллег, находящихся в строю, пожелать им крепкого здоровья, добра, благополучия семьям, высоких результатов в служебной деятельности. Ветеранам и пенсионерам органов прокуратуры хочется пожелать долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия, регулярных встреч с нами. Марина Локтева, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 «Армавир».